Друзья, всем привет! Это вновь Часком, вновь Блиц с айфона, и поехали. Так, давайте конь f3, часто я еще 3 хожу. Так, конь f6. Мне кажется, можно даже сразу e5 пойти. Слона на d3 поставлю. Так. Ну хорошо, 2-0. Взяли, подняли. Так. Как лучше расставиться? Давайте пока фиас Е2. Конь С6, слон Ф4. Опачки. Вот это новость. Агрессивно играет человек. Давайте слон Е3. Хорошо или плохо, посмотрим. Но как минимум агрессивно. Так, h5 и f4. У меня тоже есть своя игра. Фиас d7. Хочешь убежать, маленький мой? Так. Любопытно. Конь Е4, централизация. А4 можно еще пока пойти. Как бы говоря о том, что я буду атаковать и на фельдзевом фланге. Не уверен, что это лучший ход, но логичный. Так. Задумались черные, да. Ты ноля уйдешь, можно под каток попасть. Там опять, или может быть опять сразу, наверное, да? Да, там ладья fb1, там все фигуры накинутся на короля. Конь опять еще возможен ход. Но тогда можно f5 начать с этого фланга. Да, на мой взгляд, неприятный выбор у черных. Конь опять, да, я пойду f5. Дея. Так, ну, видимо, дея. И теперь он ушел в 3-0. Что тоже логично. Давайте f6. Постараюсь какую-то дисгармонию внести. Слон c5, да, не очень хорошо. У него тоже фигуры активные, надо заметить. Так, слонов поменять. Слон e4. Пока ладья b1, не тороплюсь. Да, интересная позиция, непростая. Надо заметить. h4. Давайте ладья b5. Я как бы намекаю, что я готов пожертвовать качество прямо здесь и сейчас. Так. Слон h6. Фиас c6. Давайте хитро сыграю ладья b1. Теперь грозит и слон h6, и слон e4. Да, и непонятно, как ходить черным. Обратите внимание, качества нет, но ладья не играет на h8, король слабенький. Так, это что это? Если я забрал, там же слон h6. Да, и... И все, видимо, да? Так, слон h6. Я не вижу, как играть. Но это же шах.
И на король b8, слон d5. Наверное, самое четкое, да? И я даже не ферзя заберу. А, слон c6 была самая четкая. Да, немножко я накосячил, но мат, тем не менее, я поставлю. Шах и слон c6. Это фиаско, братан. Да, друзья, вот такая вот победа. Возвращаю потихоньку рейтинг. Не знаю, партия мне понравилась. Надеюсь, что понравилась она и вам. А не забывайте оставлять комментарии, ставьте лайки. Всем спасибо и до новых встреч.